Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com, и сегодня героем нашего обзора будет корпус Corsair Crystal Series 680X RGB белоснежных доспехов. Корпус двухкамерной конструкции с управляемой подсветкой и стеклянными панелями. Сразу три вентилятора в комплекте. К моменту публикации он доступен в российских магазинах. Более подробный список характеристик и цен по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает стяжки, набор винтов, корзину под накопители, съемный противополевой фильтр. По форме Corsair Crystal Series 680X близок к кубику. Во внешнем виде выделяются два основных блока, основной стеклянный и дополнительный непрозрачный. Все это в общей конструкции. Установлены три стеклянные стенки, расположенные слева, спереди и сверху. Между верхним стеклом и каркасом есть зазор, обеспечивающий движение воздуха. Вентиляционные решетки также есть и на фронтальной панели. Они необходимы для эффективной работы трех комплектных вентиляторов, зафиксированных за стеклом. Левая стенка выполнена в виде двери, крепится при помощи магнитного замка. Для доступа к компонентам не потребуется предварительно отключение винтов. При необходимости дверцу можно будет снять с петель. Правая зона из стали, она непрозрачна, тут можно будет скрыть все технические элементы. Накопитель, блок питания и лишние провода. Боковая стенка с вентиляционной решеткой и противополевым фильтром. Очень часто в корпусах эта зона остается глухой. Здесь же можно ожидать снижения рабочих температур по накопителям. На верхней ее части выведен набор разъемов, состоящий из USB Type-C, двух скоростных USB спаренного аудиоразъема. Кнопка перезагрузки и включения здесь же. Увеличенная ширина корпуса используется эффективно. Предлагается схема 8+2 по платным расширениям. Так можно будет установить видеокарту вертикально. Все заглушки с винтовым креплением. Блок питания размещается вертикально, так сокращается ширина этой дополнительной зоны. Установлен еще один вентилятор на заднюю стенку. Он идет без подсветки. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. Снизу выдвижной противополевой фильтр. Как я говорил в начале, корпус оснащен тремя вентиляторами LL120 с RGB подсветкой. Пользователь сможет настроить каждый из 48 светодиодов в отдельности или провести синхронизацию с остальными компонентами. Поддерживает центр управления Corsair ASU. Особенностью Corsair Crystal 680X стали две дополнительные отдельные камеры под свой тип комплектующих. В закрытой части организуется дисковая подсистема, прячутся лишние провода и контроллеры, здесь же ставится блок питания, место с запасом. Основной отсек поддерживает установку материнских плат формата EITX и меньше, естественно. Бар системы охлаждения до 17 см. Свободная организация этого отсека позволит установить видеокарту длиной до 33 см, как горизонтально, так и вертикально. Естественно, если ставим вперед радиатор, расстояние сокращается. По периметру зоны материнской платы вырезы с резиновыми шторками для подвода кабелей. В центре массированное окошко для доступа к тыльной стороне материнской платы. Предлагается хорошая возможность по организации активного охлаждения. На передней стенке есть место под один 360 мм радиатор, на верхней 280 или 240 или соответствующие вентиляторы. Один 120-140 снизу и один 120-140 сзади. В дополнительной камере находится лоток под накопитель 3,5 или 2,5 дюйма. Крепление накопителя безвинтовое. 3 3,5-дюймовых диска и 4 2,5-дюймовых диска. Здесь скрывается контроллер Lightning Node Pro и Hub RGB Fan LED Hub. К нему, помимо трех комплектных, можем будет добавить еще три вентилятора. Для управления подсветкой задействован один USB 2.0 разъем на материнской плате. Корпус позволяет организовать аккуратную сборку. Внутри достаточно свободного места для доступа и беспроблемной сборки. Хороший запас по высоте верхней части. Установленный тут радиатор СВО не будет перекрывать материнскую плату. Corsair 680X RGB – эффектный корпус, продуманный двухкамерной конструкцией, тремя RGB вентиляторами. Широкая совместимость с компонентами, хорошая возможность под активное воздушное охлаждение, синхронизация подсветки, удобный механизм открытия левой стенки, три панели из закаленного стекла, USB Type-C, съемные отсеки накопителей, защита от пыли и поддержка вертикальной установки видеокарты. С удовольствием обсудим корпус с вами Corsair Crystal Series 680X RGB. Всем спасибо за внимание и пока-пока.